первому каналу улицы Москвы. В этом выпуске погуляемся по небольшой улице, которая проходит параллельно Савеловскому направлению. Она так и называется — Савеловская линия. Мы сейчас идем от улицы Новодмитровская. Вот она у нас сзади. Здесь можно перейти на ту сторону железной дороги, туда вот, к жилому комплексу Савеловский Сити. Улица Савеловская Ленина проходит между Большой Новодмитровской, которая проходит параллельно, и железной дорогой. Совсем небольшая такая улица, тем не менее имеющая свое название. Ну, вот за этими стенами располагается дизайн-завод «Флакон». Место торговли и тусовок. Так бы его описал. А, какой дом. Что, жилой, что ли, неужели? Интересно. Трудно сказать значение этого здания. Не исключаю, что и жилой. Тут на отшибе, конечно, жить среди различных нежилых зданий — это, конечно, круто. Так, двигаемся далее. Вот такая вот улица прям. Не скажешь, что вообще какая-то улица. Автостоянка, Савеловская линия, Собакевич там. Заходим в тупик. Калитка.
пойдем что ли до калиточки посмотрим, чтобы у нас было, так скажем, логическое завершение данного выпуска. Улица заканчивается у калиточки. Интересно. Так, может, это какие-то уже здания, связанные с железной дорогой. Ну, в общем, там будет БЦ, тоже уже по Большой Новодмитровской, я его знаю там. Да, РЖД, совершенно верно. Дирекция по эксплуатации зданий и сооружений. Московско-Савеловская дистанция сооружений. Ну, все, на этом можно заканчивать.